Виолетта. Привет, Маша. Мне кажется, что октябрь и ноябрь – самые скучные месяцы в году. Почему? Ну, уже холодно, темнеет рано, и заняться, кроме учебы, нечем. По твоей логике, зимой плохо. Нет, зимой красивые снегопады, лыжи, коньки. А сейчас грязь, мрак, фу. Давай спросим у взрослых, чем интересненьким можно заняться скучной осенью. Давай. Здравствуйте. Чем можно заняться скучной осенью? Развлекать детей. Ну, наверное, выйти на улицу, погулять с друзьями. Чем можно заняться скучной осенью? Поиграть с детьми. Развеселить себя. Скучной осенью? Ой, ну, можно сделать многое для того, чтобы жизнь была яркой. Допустим, можно поехать в горы. Можно набрать кучу листьев и кидаться этими листьями. Поделки делайте разные. Танцами. Конечно, танцами. Скучно осенью. Почитать книжку, попить чай с медом. Я даже не знаю, ну просто походить по магазинам, посмотреть кино. Что делать скучной осенью? Скучной осенью? Книжки читать интересные. Вам нравится читать книжки? Да. Чем можно заняться скучной осенью? Ну, не знаю, может быть, цветы какие-нибудь делать, чтобы было весело. В кино сходить. Да, в кино сходить. Чем можно заняться скучной осенью? Кросс побегать вокруг школы. Чем можно заняться скучной осенью? Читать книжки. Можно листья собирать. Красивые букеты. Чем осенью? Уборка и огород. Чем можно заняться скучной осенью? Кино сходить, книжку почитать, в парке погулять. Ну, учить уроки в свободное время, ну, каким-то творчеством, наверное. В секцию в какую-нибудь, можно спортом заниматься в спортзале, а можно какие-нибудь поделки делать. Чем можно заняться скучной осенью? Ходить в бассейн. В принципе, что-то интересненькое можно придумать в любое время года. Надо стараться жить ярко и весело. Ох уж эти взрослые!